Так, братцы, была дистанция. Короче, 150 новых коробочек. Пришло время, так сказать, подоткрыть, посмотреть, что они себя представляют. Событие ко дню рождения. Наша игра. 12+1. День рождения Мир танков. Я так понимаю, World of Tanks тоже. Вот, и... Хотя нет, подожди. Не-не-не-не-не, разные дни, хуй, да? Там, по-моему, 12... Там, по-моему, 12 апреля, вроде, да? По идее. Ой, апреля, я извиняюсь, 12 августа. Короче, ладно, не суть, похер. События тут целые выкатили. И под это событие выкатили 150 коробочек. Что в этих коробках, я уже, в принципе, показывал. Давайте сейчас бегло еще раз покажу. Тут, в принципе... Тут, в принципе, немного инфы. Транваген, объект 274А, Крайслер К, Т-77, Шкода Т-27, 50 ТП прототип, Эмиль 1951, Тартл МК-1. Шанс выпадения премиум танка 1%. Гарантия теперь выпадения, вот здесь очень внимательно, потому что не все, я так понимаю, вам эту инфу будут доносить. Гарантия выпадения премиум танка на сотую коробку, не на 50-ю, как вы привыкли и на ВГ, и в мир танков. Не на 50-ю, на сотую. Чуваки, компенсация за выпадение техники, если у вас есть все танки, всего лишь 5500 голды, фиксированная сумма, то есть на 50% меньше. Шанс в 2,5 раза меньше, чем был, допустим, в контейнерах инженера. Там был 2,4%, здесь 1%. Это очень важно знать, потому что подфармить, как вы привыкли, не получится. Это 100%. Ребят, подфармить, там, допустим, эти коробки можно покупать за голду. Можно их покупать не только за реальный кэш, так сказать, да? Можно покупать за голду, но это невыгодно. Потому что для гарантированного танка, да, на сотую коробку, вам надо слить 40 тысяч голды. Ну, то есть вы сами понимаете. Будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны в этом плане. Ибо многие, я так понимаю, вам эту инфу не донесут. А это очень важно. Это немножко не то, к чему вы привыкли. Если вы видите коробки и летите, сломя голову, их открывать просто потому, что вы... привыкли всегда в плюс уходить, да, действительно, до этого всегда можно было в лютый плюс уходить, то здесь уже немножко не то пальто, ребят. Кофе с выпечкой, с выпечкой, пожалуйста. Кофе с выпечкой, ребят. Кофеечек. Дополнительный опыт, большая аптечка. Добро. Чуваки, здесь смысл потерян, да, тот, который раньше был, для того, чтобы вы немножко с ресурсами обзавелись, здесь этот смысл потерян, прям очень сильно. Ну, реально, невыгодно. Получается, абсолютно невыгодно. Нихера себе, что это за... Ах, Карачун! Наша игра! Добро, ребят. Карачун. Я так понимаю, здесь есть вот на коллекция дня рождения. Вот если вы эту коллекцию дня рождения собираете, вот допустим полный карачун, да, я собрал, то вы получаете по итогу 500, короче, 150 тысяч серы. Что-то получить? Мир танков, день рождения, наша игра. Понятно. Один день према и 500 голды по итогу, и еще 2 достиль. Ну, ну, я могу сказать, что это полный карачун, ребят. Но. 3000 свободного опыта, большой ремкомплект X5. Добро. Да, если мне со 150 коробок выпадет один прем, это будет, ребят, ну... Это будет очень хорошо. Дополнительный свободный опыт, личные резервы, укрытие на местности, инструкция. Давайте я поставлю десяточку, сейчас десяточку дропнем, посмотрим, может так выпадет. Как же оно подлагивает, если честно, ну реально подфризивает. Ой, насыпало, смотри, ля, какая красота, ага. Для коллекции, 10 дней према, 3 личных резерва на кредиты, 300 тысяч серебра. Бланк переподготовки. Бланк переподготовки, это, по-моему, если мне память не изменяет, новая фишка, да, где вы бесплатно можете переобучить экипаж. Экипаж. Так, короче, ребят, может быть, вам повезет больше, чем мне.
Потому что, так сказать, я вам везучие, я вам не просто коробки разыграю, я вам везучие коробки разыграю по рукам. Короче, я сейчас в своем телеграм-канале под названием Бладистан, ребят, разыгрываю 30 коробочек, вот этих, которые я открываю, платных, да, так сказать. Вот, и у вас есть возможность их получить, все, что надо, это просто зайти и нажать кнопку «Участвовать». Вот, зашли, тэпнули здесь подписаться и нажали кнопку участвовать. Вот, 30 победителей будет, ребят. Со своего, так сказать, карманчика разыгрываю. Это везучие, это не просто коробки, это везучие коробки. Вот здесь точно, здесь точно вам выпадет прим-танк. Поэтому зайдите, обязательно поучаствуйте. Немножко поднимаем актив в телеге, да? Угу. Добро, ссылочка будет в описании. Вот, в закрепленном чатике есть ссылочка. Вот, в чатике я ссылку закинул. Поэтому, ребят, сделайте добро, подпишитесь. Я вам везучие разыграю, да? Что, по 10 еще раз откроем? Мне кажется, можно, да? Давай откроем еще разочек. Угу. Любовь к истории бронетехники. 50 тысяч серебра. Угу. 5 дней према. Боевой опыт. Кредиты. А какая же это? 300 тысяч серебра. 6 тысяч опыта. Бланчики, переподготовочки. Учебная брошюра, большая аптечечка. Сто тысяч кредитов, учебная брошюра. С пятой коробки 279 выпал, пишут. Дни премиум аккаунта. Кому что еще выпало, ребят, пишите в комментариях обязательно. 7 дней танкового премиум аккаунта, приколды, неплохо. Неплохо. 5 больших ремкомплектов, ай, хорошо. Если что, я уже говорил в начале, мне эти коробки начислили, ребят, по программе стримерства, потому что я стример. А стримеры есть или нет, ребят? Кто еще стример, пожалуйста, в комментариях отпишитесь, будем знать. Будем знать, тут стримеры есть или нет? Здесь кто-нибудь есть? Дополнительный свободный опыт, ребят. Слушай, я еще, наверное, X10 поставлю. Мне понравилась эта идея. Мне понравилось просто смотреть на кусок говны. Опа! Сюда! А мне премтанчик выпал. Шкода Т-27. Вот. По ТТХ, конечно, танк средний. Средненький. Ну, такой, знаете... Не говно, конечно, но... Ни рога 46-я, ни тем более там 703 вариант 2, ни какой-нибудь, ну, Т-56, наверное, даже вообще заикаться не стоит. Но, ладно, выпал премчик, ребят. 150 тысяч серы, 6 дней према, свободки 3000. Ну, слушай, премчик выпал мне, получается, на 45-ю коробку, ребят. На 45-ю коробочку выпал прем. А черканите вообще в целом в комментариях, как вы к этому премтанчику относитесь. Добро, ребят. Как вы думаете, стоит этот премтанчик того, чтобы за него, так сказать, побороться, пободаться, да? За него слить бабулес. Ну или багалду. Ну в целом тут танки, конечно, очень такие хорошенькие. Прям очень хорошенькие. Прям имба на имбе, ребят. Эх бы Торнваген выпал, я бы счастлив, наверное, был. Можно Торнваген выпадет, пожалуйста? Подожди, но единственное, что я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, человеку, который, ну, наверное, не отличается умом и сообразительностью, да? Но, ребят, а где пишется, что вот, допустим, сейчас начался отчет 100 коробочек гарантированных, да? На сотую мне выпадет премтанк. Ну, то есть, как мы с вами привыкли, когда ты открываешь коробки, здесь всегда где-то есть какая-то надпись, да? Что вот так и так, там, поздравляем, дай вам бог здоровья, счастья, любви, удачи, вам осталось там еще 50 коробок открыть, там, или, я не знаю, 40 коробок открыть, вам выпадет гарантированный танк. Вот я сейчас открываю, а как мне понять? Ну, как мне понять, что мне надо открыть еще? Может, я в глаза долблюсь, а?
Может, я просто реально сейчас долблюсь в глаза. Ну, как мне понять, сколько мне коробок надо открыть? Ну, допустим, я просчитался, да? Я не сижу, не выписываю себе карандашом. То есть, грубо говоря, если у меня остается там, ну, 5 коробок до гарантированного према, почему эту инфу не вывести на экран? Почему не сделать так, как было уже до этого? Ну, то есть, тебе четко показывается, открой еще 5 коробок, роднулечка, слей бабулес, тебе совсем чуть-чуть осталось до заветного премчика. Тут даже это не сделано. И это даже не в пользу игрока, да, потому что, ну, у игрока тогда бабла останется на кармане больше, да, он не уйдет в это казино с головой, так сказать, да. Это на пользу разработчикам и их заработку. Ну, потому что он увидит вот эту циферку, открой еще двадцатку, и точно получишь. Вот, по губам. О чем мем? Как мне понять, сколько мне еще открыть надо? Потому что если я не совсем дурак, и мне память не изменяет, механика такова. Если тебе выпал премиум-танк, у тебя идет обнуление вот этого счетчика, гарантированно получение премиум-танка. И, соответственно, если у тебя пошло обнуление вот этого счетчика, то ты уже... Ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки. То ты уже должен опять сотку открыть. То есть, если тебе вот на сотый контейнер должен выпасть гарантированный премтанк, ты его выбил на 40-й контейнер, потом ты открываешь еще 60, которые у тебя осталось, и потом тебе показывают, тебе надо еще 40 купить. Понимаете, о чем я или нет? Ну, может, я там немножко где-то перекрутил, ну, вы смысл поняли. То есть, грубо говоря, если ты выпал тебе вот сейчас премтанк, то именно с момента, когда он тебе выпал, еще 100 коробок надо открыть, чтобы был гарантированный. Как мне понять? Как мне понять, где, как, куда? Или наоборот, не узнать, что ему одна коробка, а он 20 покупает. Ну вот, да. Вот человек правильно пишет. Вот человек все правильно сказал. Если он, допустим, где-то чуть-чуть просчитался. Ему надо было купить, допустим, 6 коробок. А все они сейчас в одну цену. Покупаешь ты одну, 5 или 20, ты скидки никакой не получаешь. Также будьте, пожалуйста, внимательны. Нету никакой скидки и привилегий, если вы получаете их пачками. Если вы закупаете их пачками. Никаких скидок нет вообще. Вы по привычке будете это делать, поэтому многие из вас подумают, что выгодно покупать сразу много. Невыгодно. Скидок нет, но вы держитесь. Вот человек, допустим, купил 20 коробок. Да, хотя мог купить одну, и уже выпал бы ему танк, потому что ему оставалась одна, он 20 купил. Ну, короче, человек правильно написал все. Что? Я могу заменить? Элементы коллекции. Компенсация за элемент коллекции. А, понял. Компенсация за элемент коллекции. Подожди, а я коллекцию уже собрал, получается, или как? Так, а, коллекция собрана. Во-во-во, все, видите, я всю коллекцию собрал. Все, 500 голды сюда. Одну коробочку окупили, ребят. Добро. Пошло добро. Открыть. Дни танкового премиум аккаунта. Ой, блин, сколько вопросов к этим коробкам. Ёб тудей, а. Как же это все выглядит всрато. Это очень всрато, но это полные анигири. Я хочу 10 штук открыть. Давайте я открою 10 штук. В прошлый раз я открыл 10 штук, мне прем выпал. 150. То есть по центру оно... Что? А, я понял. 300 тысяч кредитов с этими 150 или нет? Или это 450 тысяч кредитов? Бланки при подготовке, 7 дней према. Блин, чуваки, насколько же эти коробки бессмысленные? Новых премов нет в них. Все премы, которые здесь есть, они ни о чем, они средние по своим ТТХ, они даже не выше среднего. Я напоминаю, у нас есть среднее, выше среднего и имба. Ну, есть ниже среднего и говно. Да. Меня просто, честно, меня вымораживает логика, вернее, отсутствие логики в этих коробок. Премтанков новых нет.
Все прим-танки, которые здесь, они ни о чемные от слова вообще, они нахер не нужны. Если у тебя все эти премы уже давным-давно есть, ты получаешь компенсацию в два раза меньше. Ты проабьюзить систему не сможешь, даже думать об этом нет смысла. Но здесь еще и срезали тебе компенсацию в два раза. Господи, в чем смысл этих коробок, я не понимаю. Зачем их сделали? Здесь не выводится тебе на экран, сколько тебе коробок осталось до гарантированного према. Что за бред? Да ну вообще лучше было не делать такие коробки, чем делать. Объясню свою логику на пальцах. Потому что когда эти коробки вводятся в игру, всегда на подсознании у игрока уже выработалось так годами. Это опа, что-то крутое, что-то выгодное. Это значит, можно сейчас обзавестись ресурсами. А это значит, надо сейчас максимальный расчехлин кошелечка делать. То есть здесь на подсознании у игрока в этой игре уже давным-давно заложено, что единственный случай, когда реально стоит делать расчехлин своего кармана, это коробки. Все к этому привыкли, все так это воспринимают. Что уже так состоялось в танковом комьюнити, что это выгодно. И сейчас просто этими коробками берут, бля, вот это мнение, которое сформировалось, которое и делает кассу этой игре, и которое прокладывает билет в счастливое будущее этой игре. То есть зарабатывая деньги на несколько кварталов для проекта вперед, на чем можно делать потом финансовые планы и строить какие-то проекты, инвестировать и так далее. То есть ты можешь рассчитывать на какой-то определенный период времени, да, когда ты реально кассу срываешь. И просто сейчас берут вот это устоявшееся мнение и об колено ломают. Потому что игроки, которые зайдут посливать бабло и сделают, так сказать, отверстие пошире в области ануса, они уже будут обожжены немножечко. И в следующий раз, когда выйдут эти коробки, они уже задумаются, стоит им покупать или нет. Стоит ли им бежать, сломя голову и взливать бабки. То есть это волки-волки это называется, понимаете? Потом уже орать о том, что это супер выгодно, придется заново. То есть это обнуление репутации. Репутации танковых коробок, которые все это время выстраивали себе репутацию таким образом, что это выгодно. А теперь я смотрю на это все, я вижу, что эта репутация ломается и хребет. Вы сами себе в ногу стреляете. Если вы думаете, что идя по такому пути, вы заработаете больше, это не так работает. Просто потом к этим коробкам будут относиться как к чему-то незаурядному и бессмысленному. Даже когда будут выходить какие-то коробки, которые действительно выгодны. А ты попробуй огромной массе игроков уже обратно верни в голову эту инфу. Но я не понимаю, кто там сидит. Я здесь, блядь, человек. Ладно, у меня есть высшее образование. Ну, скажем, что я по ТАУ. Я, блядь, человек из по ТАУ, да? Можно потереться моим дипломом. Ну, даже я это понимаю, что нельзя так делать. Я не понимаю логики, ну. Я не понимаю логики. Я не понимаю логики. Просто честно, я логики не понимаю. Я вот сейчас их открываю, и я не вижу вот этого, знаете, как было раньше. Вот ты открываешь, ты понимаешь, все. Я в любом случае буду в плюсе. Вот сейчас можно врываться с капустой. Хорошо, если мы говорим не о том, чтобы уйти в плюс по ресурсам, тогда нам надо говорить о чем? Тогда нам надо говорить о технике. Что вот, есть техника реально привлекательная, есть классные прим-танки. Ради них можно это делать. Но прим-танки объективно в этих коробках слабые. Объективно они слабые. Соответственно, ради прим-танка смысла нет. Можно делать прим-танк средний по ТТХ, как вот эти, которые мы с вами смотрели, но сделать его новым. И тогда смысл этих коробок сводится к тому, чтобы выловить из этих коробок новый танчик и покатать его. А там уже каждый сам для себя будет решать, слабый он, не слабый, имба он, либо там выше среднего, либо средний, там, либо ниже среднего. Но сам кайф в том, чтобы выловить новый танчик и посмотреть на него, покататься на нем. В этом тоже есть смысл. Просто зачем сейчас подсирать репутацию этих коробок, я не понимаю, ну зачем? То есть должен быть какой-то план, да, по которому эти коробки выходят. Какой-то, ну, смысловая нагрузка. Здесь я пока эту смысловую нагрузку не вижу. Просто вот эти коробки, они могут подпортить выход реально хорошим коробкам. Тогда лучше было их не делать в этот раз. А сделать больше упор на те, которые действительно уже будут гораздо более интересными.
Вот, допустим, как сделали ВГ, да? Это хорошо, да, вынесем за скобки, это две разные игры, там, Мир танков и World of Tanks, это две разных игры. Но все равно ты сравнение будешь проводить, это уже не искоренить. Это уже из головы игроков не искоренить, то есть об этом уже можно забыть. То есть всегда будут параллели проводиться. Они как сделали? У них вышли коробки День Трилистника, и у них вышли коробки Зов Марса. И в тех коробках, и в тех коробках, если мне память не изменяете, поправьте меня сейчас в комментариях, была новая техника. И там логика сводилась к тому, те коробки тоже были говняные. Ну ни о чем. Но логика там сводилась к тому, чтобы выловить новый танк. И люди покупали и пытались выловить новый танк. Вот там вот логика очевидна и понятна. Выловить новый танчик. Все четко, четко, понятно, легко запомнить. Выловить новый танчик. Вот. Либо, допустим, как вводят там в коробке танк, который уже устоявшийся мнение в танковом комьюнити, что это имба. 703 вариант 2, там Шкода Т-56, Рога, неважно, любой там из огромного перечня объективных имб, да, вы вкладываете в эти коробки, и люди, вот, люди за ними топят. Ну, логика очевидна. Есть имба, попытаться выловить имбу, которая в продажу там вводится крайне редко. В чем логика этих коробок? В чем? Я ее не вижу. Я не понимаю, правда, я не понимаю. Я либо не вижу чего-то, что лежит на поверхности и что очень очевидно, но я это почему-то не понял. Либо именно все то, как я говорю. Смысла особого нету. Я не знаю. Чуваки, кто там из Лесты, я знаю, что вы в любом случае стрим смотрите. Я думаю, тут все то, что я говорю, это максимально опирается только на логику. Сделайте в срочном порядке вывод здесь, вот где-то вот здесь, либо вот здесь, сколько коробок осталось для того, чтобы получить гарантированный танк. Эта инфа должна быть открыта, это надо не игрокам, это надо вам в первую очередь. Эту инфу надо сделать, надо прямо сейчас дать задание ребятам, чтобы они вывели здесь инфу по поводу того, сколько надо до открытия танка. Эта инфа, она должна быть в открытом доступе, она должна быть прямо перед глазами, и любой игрок должен ее прямо перед собой видеть. Потому что если мы зайдем на официальный сайт, мы на официальном сайте мы увидим, что коробка гарантированная будет. Вот техника, вот давайте, вот, чтобы я немногословил. Давайте я вот специально сейчас зайду. Вот, сейчас, подождите, не так оно сдвинулось. Вот, тут четко указано, здесь абсолютно четко указано, будьте уверены, из сотой коробки вы гарантированно получите танки списка ниже, вот этот список, вот эти танки и так далее. Я здесь уже открываю, я не помню, на какую коробку по счету мне выпал танк. Я сейчас не знаю, сколько мне надо открыть. Эта инфа, она обязана быть четко вот где-то в каком-то месте, она должна быть. Потому что никто из игроков не будет сидеть и на полном серьезе там ставить себе галочки, ставить себе палочки, полосочки, там плюсики, минусики, сколько он уже открыл. Никто этим заниматься не будет. И поэтому он видит, допустим, ему реально остается 5 коробок. Да, вот он их раз открыл, сегодня он открыл, завтра, послезавтра он открыл их в субботу, он открыл их в воскресенье, он открыл их через 2 недели, он открыл их там, я не знаю, под самый конец. И он видит, допустим, что у него осталось 5 коробок. Ему будет выгодно купить этих 5 коробок, 5 у 4 это у нас 2000 голды, но он знает, что он вольет 2000 голды, он открыл очень их много. Даже если у него есть все танки из списка, он все равно получит гарантированно 5500 компенсаций, то есть он в плюсе останется на 3500 голды, он закинет на вот эти коробки. Так или иначе. И он имеет на это полное право, потому что он открыл огромное количество, и там он открыл 95 коробок, и, ну, как бы он докинет и получит свой приз, и все четко по правилам, которые установлены в этих коробках. Почему здесь не выводится вот это число, это очень неправильно. Это супер неправильно.
Это прям супер неправильно. Объективно, почти все танки можно купить в игре за голду. Ну, да. Да. Если мы зайдем в магазин, мы откроем Тарнваген 274А, Крассер 77, Шкода и так далее. Так, мы заходим в древо исследования. Тарнваген это у нас США, по-моему. Не-не-не, Тарнваген это не США. Блин, я уже запамятовал, если честно. А Тартл МК1 это у нас Британия. А Тарнваген это же этот, это Швеция. Швеция. Не, это Тарнвагена нету. Тартл МК. А, Тартл МК1, пожалуйста. Тартл МК1 есть. Поляк. А, подожди, поляк, я же не туда нажал. Поляк есть. Что там еще было? Т-77. Ну, Т-77 вряд ли здесь есть. Т-77 это Амер. Насколько я помню. Не, не все танки здесь есть. Далеко не все танки здесь есть, но... А смысл? Если бы они были лютыми имбами, тогда да. Макс, вероятность в правом верхнем углу. Вот это? Ты не понял, о чем я говорю. Ты не понял абсолютно, о чем я говорю. Я говорю о количестве открытых коробок для того, чтобы получить гарантированно танк. Ну, вероятность это просто в процентном соотношении, где что выпадает. Вот 100% может выпасть вот это, 100% может выпасть вот это. 25% может выпасть элемент коллекции. 1% выпадение танка. Где здесь выпадение? Сколько тебе надо еще открыть коробок для гарантированного премиум танка? Где? Я все пересмотрел. Может, я в глаза долблюсь. Я не исключаю такой вариант, что где-то действительно вот можно прям присмотреться, где-то в каком-то уголке, какой-то мини-нанопиксель, где-то он должен быть. Но я вот все пересмотрел. Награды события, экипаж, ускоренное развитие, обслуживание, валюты, техника. Может, вот здесь вы получите одну из наград из списка. Мне просто перечисляют награды. В вероятностях мне просто говорится, сколько процентов, да, у меня на получение того или иного. Если я просто наведу и ничего не буду делать, то я ничего не увижу. Но я все пересмотрел. Но мне реально нигде не пишется, сколько мне надо было еще открыть. Если мне память не изменяет, на 45-ю коробку я открыл, и мне выпал примтанк. Значит, соответственно, мне надо открыть... Ну, короче, когда у меня здесь останется 5, правильно? То тогда я еще один танк получу. Только так. Не, ребят, если что, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Может, я реально где-то в глаза продолбился, но я все пересмотрел, нигде не видно. Только вспоминать, когда тебе выпал прем, и от того момента надо делать отчет. Самому записывать. Ну, тут дело не в этом. Тут дело в том, как работает сознание массового потребителя. Да, тех, кто, соответственно, и покупает эти коробки. Никто не будет в массовом количестве сидеть и высчитывать, сколько ему осталось. Никто этим не занимается. Вот здесь, вот, допустим, выводится окошко. Вот, смотри. Еще 5 коробок до получения примтанка. Все. Человек, ага, 5 коробок. И он дальше сидит и думает, а выгодно мне это или нет? Буду я этим заниматься или нет? Это уже вопрос другой. Но такое, такая инфа должна быть, обязана быть. Хотя бы еще потому, что многие даже не будут заходить на сайт Мира Танков и искать информацию по поводу того, когда будет компенсация за танк. Это ведь тоже неправильно. Эта информация должна быть перед глазами. Потому что эту информацию объективно надо заходить и искать на сайте. Маленькую сносочку. Мало того, что ты ее находишь на сайте, здесь ты ее вообще нигде не видишь. Здесь вообще нигде нет информации, что на сотую коробку будет гарантировано выпадение премиум танка. Ну, по факту же все я говорю, по факту. Вот, Т-77. Мне выпал Т-77, в итоге я открыл уже, сколько получается, 136 коробок я открыл, да? Правильно, правильно. 136 коробок я открыл, за 136 коробок мне выпало 2 премиум танка. Один Шкода ТС-27, один Т-77. Эту информацию, вот она, насколько я помню, во всех коробках, которые были, она где-то была вот снизу. Вот здесь.
До выпадения гарантированного премиум танка осталось. И вот количество коробок, которые ты открываешь. А также должна информация быть на видном месте, что гарантированно премиум танк выпадает 100 коробки. Это, ну, обязательно надо вот здесь вот где-то написать. Обязательно. Потому что на сайт люди не заходят. То есть, грубо говоря, смотри, на сайт заходит очень малое количество людей. Это правда. Нет, ну, скажем так, не очень малое количество людей. Там... Ну, хватает людей, да, которые заходят на сайт, но очень малое количество людей будет заходить вот сюда, в новость, потом вот сюда, потом проматывать вниз, потом вот здесь смотреть, вот здесь вот клацать, вот сюда нажимать и аж вот здесь находить вот эту информацию. Вот это действительно процентом соотношения, я уверен, что небольшой процент от тех, кто просто будет вот заходить, допустим, опа, магаз, коробки появились, да, ага, коробки появились, зашел, там, хоба, себе закинул, там, за голду купил и так далее. И вот здесь вот, видите, к сожалению, информации по поводу того, что сотая коробка, вот ее я не вижу, она должна здесь быть. Что на сотую коробку тебе будет гарантия. Ну и также на сайт ты заходишь, допустим, да, ты заходишь на сайт оплаты этих коробок, потому что многие через сайт покупают, эта привычка еще сохранилась с больших новогодних коробок. Вот ты, допустим, заходишь на сайт, вот давайте я вам покажу. Вот ты заходишь на сайт, вот у тебя контейнер дня рождения, вот у тебя 20 контейнеров, здесь должна быть скидка. Скидку не сделали, это неправильно. Вот здесь, это мое личное мнение, я не говорю, что это обязательно надо так делать, но здесь все-таки скидку, это было бы, это... смотрите, ну я не вижу, здесь есть гарантия? Контейнер, большая аптечка, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, без резких движений, танковый премиум аккаунт из списка, учебная брошюра, резерв, личный боевой опыт, кроме того, с определенной вероятностью может выпасть премиум танк. Если у вас уже есть какая-либо из перечисленных машин, то в случае ее повторного выпадения вы получите компенсацию в размере 5500. Подробнее о коробках, и только тогда, когда ты вот сюда заходишь, вот где-то здесь ты уже информацию можешь увидеть, что тебе на сотую. Ну, то есть, ну, грубо говоря, важнейшая информация, очень важная информация. Но чтобы ее получить... Ёб твою мать, ну вы серьезно, ребят. Вот здесь вот маленьким шрифтом на каждые 100 открытых контейнеров гарантированно выпадет одна из премиум машин из списка. Ну это ж как надо заморочиться, чтобы получить эту информацию? Ну это неправильно. Вот то, что надо делать скидку... Это лично мое мнение. Если 20 коробок человек покупает, все-таки там какую-то скидочку, какую-то лишнюю ему коробку дать, это было бы адекватно. Но то, что надо написать вот здесь, что на каждую сотую выпадает гарантированно прем, это обязательно. Хотя бы по причине того, что многие привыкли, что на 50-ю коробку выпадают премы. Многие очень сильно к этому привыкли. И вот здесь вот сноска должна быть. Но это надо сделать. Это при любом раскладе надо сделать. При любом раскладе. Опять же, чуваки, вам надо услышать, эти коробки, они просто по репутации в целом коробок очень негативно влияют, очень негативно. Просто если такие коробки будут и дальше, то в сознании танкового игрока, в сознании, так сказать, потребителя вот этого всего, коробки превращаться из того, что супер выгодно и супер классно, и надо расчехлять капусту, просто превратиться в то, что, ну, это постно, пресно, смысла нет, лучше дождаться премтанчика, купить его напрямую в премиум-магазине. Лучше все-таки идти по пути, когда ты засовываешь в коробке какой-то эксклюзивчик. Если не хочется по этому пути идти, да, если нет тут под рукой эксклюзивчика, надо хотя бы, ну, хотя бы один-два нормальных имбовеньких танчика туда засунуть. Хотя бы один. Хотя бы один. Просто должен быть какой-то смысл. Хочешь поохотиться за имбой? Вот, пожалуйста. Нету имбы, но хочешь поохотиться за эксклюзив? Вот, пожалуйста. Нету эксклюзива, хочешь там полутать голду? Если для экономики игры это супер сильно невыгодно, ну тогда уж лучше там порталы инженера юзать и большие новогодние лутбоксы. Вот. Потому что здесь, ну...
смысла нету никакого. Короче, два прем-танка, чуваки, мне выпало за 150 коробок. Два премиум-танка. Вот так вот. Вот так вот. Два прем-танка за 150 коробок. Два према мне выпало. Теперь мы берем 150 коробок. Умножаем на 400 голды. По итогу у нас получается 60 тысяч голды. Напоминаю, эти коробки можно купить за голду. 60 тысяч голды я слил для того, чтобы получить 2 премиум-танка. За 60 тысяч голды, напоминаю, можно получить практически 6 премиум-танков. Потому что у нас сейчас цены там по 11 тысяч голды, да, на премиум-танк 8 уровня. Ну, грубо говоря, да, там 5 премиум-танков, еще у тебя останется голда для того, чтобы потратить ее, ну, на то, что ты хочешь. Выгодно ли это? Нет. Ну, это невыгодно. Я... не вижу в этом никакой выгоды. Сопутствующие награды, они, ну, не имеют под собой никакого суперзначения. То есть премиум аккаунт, ну, ты и так можешь купить себе премиум аккаунт. Свободный опыт, ты его и так можешь перевести за голду. Инструкции вот эти все, да большинство из них, ну, ты просто за боды ее ставишь, и ты вообще ничего не тратишь. Ну, либо ты... за 20 тысяч серебра их покупаешь. Доп-пайки, ну, это вообще смешно обсуждать. Личные резервы на кредиты, ну, окей, ладно, но я их выбил не так много. Бланки переподготовки, ну, это смешно. Учебные брошюры, ну, это смешно. Ну, соответственно, сопутствующие награды ни о чем. Невыгодно. 60 тысяч голды за 150 коробок, считай, ты потратил. Я не вижу никакого смысла в этих коробках. Абсолютно. Реализация этих коробок мне вообще непонятно. Смысл с этих коробок сейчас? Ну, события, вот они сделали. Там наша игра, да? Она наша, кстати. Они сделали вот такую площадочку. Они сделали ангар, типа там день рождения, да? Вот это, кстати, тема. Вот эта тема, да, с вот этим ярлычком. Особая поддержка. Вот это круто. Это молодцы, похвально, добро, все красивенько, четенько. Можешь зайти за победу, получить там коробочку. Можешь зайти за победу на 9 левеле, получить голды. Вообще вопросов нет. Чем больше у тебя танков, тем больше ты получаешь различных плюшек. Это круто. Вот это круто. Это респект. Коробки нахрен не надо было вводить под это событие. Они сейчас глобально играют только в минус, потому что они будут руинить репутацию коробкам в целом, как чему-то суперкрутому и супервыгодному. Вот эти коробки эту репутацию сейчас руинят. Кто, я не знаю, занимался прогнозом этого всего, да, какой-то стратегический план там, да, вот от этого всего, ну, не знаю, ребят, мне кажется, что вы в супер неправильном направлении движетесь, и это выглядит, да. Это выглядит ни о чем. Мне кажется, что под это событие, лично мое мнение, лично моя оценочка, под это событие эти коробки не надо было вводить, в таком виде эти коробки не надо было вводить, логики из этих коробок никаких, эти коробки не выгодны, они действительно не выгодны. Я сейчас, грубо говоря, да, мне эти 150 коробок начислили, я их открыл, если бы я их покупал за свою голду, я бы 60 тысяч голды потратил на 3 прем-танка. Которые стоят 33 тысячи голды. 33 тысячи голды, я потратил 60. Доп, сопутствующее имущество ни о чем. Сами танки ни о чем. Шанс выигрыша слабый. Компенсация на сотую коробку и то, чтобы узнать эту информацию, надо перековырять сайт и посмотреть маленькую сноску. Это нельзя так делать. То, что нету информации, сколько вот коробок я открываю, сколько мне осталось до гарантированного прем-танка, этой инфы реально нету, я ее везде обыскался, так нельзя делать. Короче, чуваки, единственный смысл, который между строк можно найти в этих коробках, единственный, это для людей,
которые супер сильно любят вот эту всякую тему, связанную там с опенкейсами, вот эта вся, знаете, лудомания, там вот эти казино, флеш-рояль и так далее. Вот кто просто любит получать удовольствие от самого процесса, но это уже выглядит как какое-то извращенство небольшое, это то же самое, как и коллекционирование прем-танков и всех танков в этой игре, да, когда люди сливают кучу бабла на танк, который объективно говно, но они за него платят просто для того, чтобы он был у них в ангаре, но это уже особый вид, так сказать, танкистов, да, ну, дай бог им здоровья. Друзья, и огромная просьба, да, вот, если вы хотите пооткрывать эти коробки, но опять же, да, я разыгрываю в своем телеграме необычные коробки, это надо понимать, это надо осознавать, да, надо отдавать себе отчет. Я разыгрываю коробки супер везучие, ребят, да. Почему они супер везучие, вы зададите мне вопрос? Ну, потому что, ну, я так решил, вот, все, они будут приносить удачу, ребят. Это удачливые коробки, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, здесь я разыгрываю 30 коробочек, вот, все, что надо, зашел, здесь кнопка будет подписаться, нажал кнопочку участвовать, все, я теперь участник, ребят, вы поняли, да, вот, ссылочка будет в описании, ссылочка есть в чате, там, ссылочка в закрепленном комментарии, быть добру, ребят, вот это коробки, из которых выпадает золотая вафля, вот это коробки, из которых выпадают коронки из зубов, вот это коробки, из которых выпадает 279 Gold Edition, коробка, если я не ошибаюсь, по внутренним договоренностям, там, по-моему, и Chieftain есть, но он, правда, не золотой, вот, но он Chieftain, по-моему, он без лючка там. По-моему, Chieftain без лючка. Со встроенной закалкой, да, на которой можно поставить еще стабилизатор и, соответственно, турбоугнетатель. Вот. Если я не ошибаюсь, у меня там фоч есть с миниганом, да, вот тот, который мы смотрели в World of Tanks 2.0. Это на самом деле экспериментальная версия, поэтому ну, для единиц только будет доступно, то есть, ну, 30 участников, то есть вы понимаете, да. Фочек с миниганом, вот, трехствольная бабаха и, по-моему, двухствольная Шкода Т-50. И еще, знаете что? Еще здесь, в этих коробках, ребят, можно выиграть БЗ-176 с дополнительными слотами реактивной тяги. Соответственно, вы сможете их не 3 раза там юзать, да, а 15 за бой, да. То есть, ну, можно практически, да, там есть режим, где вы просто нажали, и вы тупо вот весь бой на реактивной тяге едете куда хотите. Хоть едете нахер. Короче, зайдите, пожалуйста, подпишитесь, да, спасибо. Дай бог здоровья.